Сегодня ремонтируем вот такую вот бензопилу Чемпион. Причина обращения следующая. У нас цепочка попадает вот туда за звездочку, вот сюда за звездочку, и соответственно перестает вращаться. Вот сюда попадает. Почему это происходит? Потому что очень большой люфт. Люфт звезды очень большой. Помимо того, что его надо устранить, звезду еще надо поменять, потому что крайние вот эти грани уже слезались. Соответственно, будем менять звезду. Меняем ее следующим образом. Снимаем крышку. Снимаем свечу. Натягиваем стартер и вот таким образом его заматываем за ручку. Ну, два оборотика там делаем. Вот, берем наш уже знакомый канат и вставляем вот сюда в свечное отверстие. Немножко оттянул поршень кверху. Мы это делаем для того, чтобы нам заблокировать коленвал и открутить сцепление. Сцепление будем откручивать обычным ключом от болгарки. Здесь у нас левая резьба, поэтому крутим по левой резьбе. Снимаем шайбу, снимаем сцепление, это корзину сцепления, она же звездочка. Берем новую, ставим. Но соответственно люфт у нас останется прежним. Чтобы его устранить, мы берем вот такие вот шайбочки, продаются они в автомобильных магазинах, медные тонкие. Пробуем одну. Берем шайбочку, накрываем, и люфт у нас все равно имеется. Значит, одной мало. Берем вторую. За неимением таких шайб можно поставить любые другие металлические шайбы. Здесь на 10 шайбы должна быть. И заворачиваем назад. Теперь немножко откручиваем то, что мы намотали на ручку здесь, и плавненько наматывали для того, чтобы когда мы будем возвращать, чтобы у нас не оторвать нам этот запускной трос. Вот теперь упор получился, можем его отпустить и затягивать. Можно посадить на фиксатор было звездочку. Ну, я так сажаю уже давно без фиксатора, и как бы нормально. Видите, люфта нет. Цепь будет вставать аккурат, куда нам необходимо. Вытаскиваем наш канат. Свечу на место возвращаем. Одеваем колпачок, одеваем крышку, и все. Всем удачи, пока.